Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. На календаре 4 мая мы снова профукали возможность записать модный приговор в воскресенье. Дико извиняюсь, надеюсь, в будущем технические вопросы не заставят вас долго ждать. К сожалению, в данный момент производство видео очень долгое и очень дорогостоящее. Поддержите, ребят, пожалуйста, чеканной монеты. Ссылки в описании к ролику. Приятного просмотра. We just need money. Здравствуйте, любители моды и фанаты Дикого Запада. На этой неделе Rockstar нам вернули несколько вещей в каталог из ограниченной серии, а также дали несколько скидок на одежду. Подробнее обо всех скидках и бонусах этой недели вы можете посмотреть в видео на канале. Оставим вам подсказку вверху справа. Кто настолько же отчаянный, бесстрашный и преступающий закон, как полюбившиеся нам ковбои? Кто также грабит торговцев, убивает и ищет приключений? Наверняка вы уже догадались, конечно же, это пираты. Именно о них речь и пойдет в нашем ролике. На этой неделе мы решили осветить эту тему, тему пиратов, и сделать косплей на них в Red Dead Online. И вот что у нас получилось. Какой пират без треуголки? Правильно, обычный матрос. Но у нас же капитан. К сожалению, в игре есть только один головной убор, который подойдет пирату. Это шляпа Питман. Конечно же, пират у нас будет одноглазый, и без повязки Редхард будет выглядеть не так устрашающе. Бандана с узором подойдет в качестве аксессуара, а пальто Дарем напоминает одежду морских офицеров тех времен. Рубашка Рексроуд вполне соответствует образу моряка. Штаны Гибсон дополняют единый вид. Сапоги Колхун неплохо смотрятся для данного персонажа. Оружейный пояс, конечно же, Геррера с золотыми элементами. Ну и конечно же, какой пират без компаса? В данном случае используется компас Уитфорд. На правой руке надето золотое кольцо Блэкбоун, а на левой кольцо Робок. Дополнительный пояс пряжка Гадюка серого цвета с золотыми и красными элементами завершают наш образ. Согласитесь, что этот персонаж действительно похож на настоящего пирата, максимально приближенный к каноничному образу, насколько это вообще возможно в Red Dead Online. Теперь посмотрим на костюм женского персонажа, отчаянной пиратки. Все та же шляпа Питман, ведь вариантов у нас, к сожалению, нет. Штаны Конча черного цвета, корсет Чемблис красного цвета, наручи Харшоу, узкий шейный платок черного цвета, клепанный пояс бандита белого цвета, на поясе пряжка гадюка серого цвета с золотыми и красными элементами, как у мужского персонажа. Черная кобура Геррера с золотом, сапоги Остин, двойной патронтаж Карбоу, перчатки без промаха черно-серого цвета и, конечно же, компас Уитфорд. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередной выпуск. Напишите в комментариях, какую тему осветить нам в следующем ролике. Если вы хотите поддержать нашу небольшую команду, занимающуюся производством модного приговора, то мы оставили наши реквизиты в описании к ролику. Мы будем вам очень благодарны. Всего вам хорошего, удачной недели и до скорой встречи на следующем модном приговоре. Давай. Пробуй, как-нибудь заранее выстрелишь, что ли? Во, все.